«Сады России» представляют. Неповторимая Антоновка. Иногда слова излишни. Ведь об этой яблоне слагают стихи и поют песни. В «Садах России» сохранили именно настоящую, оригинальную Антоновку. И мы рады предложить это сокровище нации для вас. Сорт яблони Антоновка – это сорт, который, наверное, не требует каких-то специальных там пояснений, потому что это настолько уже старорусский сорт, что он есть у всех, кто его когда-либо хотел или выращивал. Сорт настолько вот надежный, уже адаптированный ко всем практически регионам России, его везде выращивают, везде его любят. Сорт Антоновка характеризуется и в наших условиях, в принципе, достаточно высокой надежной зимостойкостью. В наших условиях он идет в качестве контроля ко многим вот раннезимним сортам. Сам он тоже относится к раннезимнему сроку созревания. На дереве он, конечно, может быть, и не приобретает характерного вкуса и аромата. Он требует, чтобы его в районе 15-20 сентября сняли, аккуратненько уложили в ящички, убрали на хранение. И тогда вот он раскрывает весь свой букет вкуса и аромата. Самое главное достоинство Антоновки, наверное, это все-таки аромат, за что его особенно люди ценят. Вот этот вот неповторимый яблочный аромат, наверное, сейчас уже ни один сорт не может сравниться с ним. Сорт яблони Антоновка, это не сказать, что прям сорт для абсолютно любого садовода. Это сорт, который все-таки на любителя. Надо отметить, что у него характерный его вот этот вот кисло-сладкий вкус, который все равно не каждый человек любит. Особенно люди, у которых повышенная кислотность, конечно, это не для тех людей. Но есть люди, которые остаются истинными фаворитами этого сорта, истинными ценителями за его вот этот вот характерный кисло-сладкий неповторимый вкус. Сорт яблони Антоновка, в принципе, вот в наших условиях себя хорошо показывает. Он и зимостойкий, он и урожайный, крупные яблоки, порядка от 80 до 100 граммов выровненные. И он отлично идет и для переработки. У Антоновки все-таки вот идеальное сочетание кислоты и сахара, который придает вот этот вот именно специфический неповторимый вкус и продуктам переработки. И сам по себе он очень неповторимый, хороший, ну, характерный вкус на твердую четверку, я бы сказал. Поэтому, если вы только приобрели участок и у вас еще нету яблони, первым делом, конечно же, вы должны посадить туда Антоновку. Заказывать яблоню Антоновка в интернет-магазине «Сады России». Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.